Сегодня предложение только сегодняшнего дня. Это чехол на диван «Домашний винтаж», который у нас был представлен 26 сентября. И за 12,5 минут было продано 725 штук. Невероятная популярность. Олечка, но это и не удивительно, потому что это эксклюзивное предложение только для зрителей телеканала «Shop & Show». Наш чехол на диван очень понравился. Конечно, своим шикарным рисунком, конечно, тем, что можно защитить мебель. Потрясающее решение для дома, кстати, новомодная. Ты знаешь, как классно, что этот чехол можно надеть абсолютно на любой диван. Да. Здорово, что у нас есть и на кресло. А у моей подружки, у Олеськи, так, у нее новая квартира, они переехали. Но мебель у нее одна от мамы, другая от бабушки, из разных конфигураций. Надела чехлы, все в едином стиле. Такая довольная. Конечно, потому что такие чехлы многофункциональные. Если у вас мебель из разных гарнитуров, предположим, да, с разной обивкой, или вот она, допустим, уже, ну, потеряла свой первозданный вид. Наденьте вот такие чехлы с помощью эластичных лент. Они надежно фиксируются, и вы без покупки мебельного гарнитура его, по сути, приобретаете. С такими чехлами старая мебель превратится в новую. Новую мы защищаем. Плюс у нас с вами практичный материал, который не стирается со временем. Вот посмотрите, какая фактура прекрасная. Это жаккард-велюр на эластановой основе. А это значит, чехлы очень хорошо и быстро садятся на любую конфигурацию мебели. Класс. И их легко можно постирать в машинке. Замечательно. Вот если вы посадите случайно пятнышко на диван, это будет проблема вызывать химчистку или вести диван его на чистку. Да. А здесь чехол сняли, постирали, и отлично. Итак, внимание, это специальное предложение только сегодняшнего дня. Давайте познакомимся со всеми расцветками, выбирайте на свой вкус. Мне очень нравится светло-коричневый, да? Очень приятный. И мне тоже очень нравится. Я вообще обожаю барочный рисунок. Это выглядит так статусно. Обновляется интерьер, и с такими чехлами ваша комната заиграет новыми красками. Но, конечно же, у всех интерьер разный, да, обои разные, естественно, занавески разные, поэтому у нас благородная палитра оттенков для вас. Серый цвет сейчас на экране. Ой, очень класс, красиво, очень мне нравится, выделяется вот этот велюровый вензель, бордовый цвет, тоже обратите внимание, да, такие немарки, приглушенные, респектабельные, благородные тона, шоколадно-коричневый, боже мой, как класс, мне нравится, такой, его называют цвет статусный, кабинетный. Ну и, конечно, для тех, кто хочет освежить интерьер, который, может быть, перегрузил комнату темными оттенками, для того, для тех бежевый цвет. Посмотрите, как эффектно это выглядит на кровати и на диване. И, внимание, цена только сегодня. Это специальное предложение дня с максимальной выгодой и скидкой. Это чехол на диван «Домашний винтаж». Вы получаете со скидкой в 2800 рублей чехол, который подходит на диваны разной конфигурации, всего за 1999 рублей. Спешите делать покупку на доставка у нас фиксированная за 199 рублей действует на чехол. А если вы добавляете к вашему чехлу любые лоты, например, шторы, портьеры, чехлы на кресло, и при покупке на 2990 у вас будет бесплатная доставка. А чехол на диван плюс чехол на кресло – это дополнительная скидка в 300 рублей. Пользуйтесь этим предложением. Юль, ты знаешь, я вспомнила о том, что часто, вот, например, бывает, возникает вопрос, что сберечь надо новую мебель. Мои друзья Лариса с Анатолием переехали в новую квартиру, и у них дочери 2,5 года. Настенька, ну что такое ребенок 2,5 года? Тут руки в шоколаде, там пластилин, тут краски. И они говорят, боже, как жалко мебель. Я говорю, слушайте, так наденьте чехлы, сберегите ее. Какое удачное предложение и для всех, и для тех, у кого есть маленькие дети. Ну да, вот учитывая, что химчистка сегодня дорого, да, вызывать клининговую компанию не каждый будет человек, поэтому, конечно, чехлы – это просто идеальный выход из положения, если вдруг старая мебель, да, или, допустим, пришла в негодность, и уже очень хочется ее поменять, ну а вы не готовы, например, к покупке такого, да, к такой дорогой покупке, к мебельному гарнитуру. Вот это идеальное решение. Я вам рекомендую обязательно к нашему чехлу для дивана. Возьмите на кресло. Мебель просто буквально обновляется за считанные секунды. Да? Мне очень нравится, что и на новую мебель тоже можно надевать такие чехлы и ее защищать. Кстати, от животных тоже. Подожди, вот у меня, например, кот. Хочешь сказать, что и кот у меня не попортит этот чехол? А смотрите, что происходит. Когда у нас животные цепляют, например, нашу мебель, то мы получаем с вами то, что кошка, ну, просто вот цепляет и тянется, да, и второй раз она уже к такому чехлу не подойдет. Поэтому ваша мебель всегда будет в порядке. Вот мы вам предлагаем сейчас вариант, да, когда у нас нехорошая картинка мебели, когда старая или уже поистрепалась, мы надеваем и обновляем.
обновление случается за считанные секунды. Итак, смело звоните, чехол на диван. Домашний винтаж сегодня с максимальной скидкой. Это специальное предложение дня. Не упустите возможность. Сделайте свою первую покупку, свой первый заказ прямо сейчас. Заказывайте чехол на диван, возьмите два чехла на кресло. Будет дополнительная скидка в 300 рублей и бесплатная доставка. Юль, как определиться, а на мою мебель подойдут наши чехлы или нет? Мне нужно что, измерять мебель или как? А мебель тебе измерять не придется. Вот мы взяли сейчас бордовый вариант. Давай отойдем, диван. Растянем. Давай. Я тебе покажу наш чехол на диван. Посмотрите, на эластановой основе. Здесь четырехмерная эластичность полотна, то есть ткань тянется во все стороны. Да. Садится идеально на любую форму, на любую конфигурацию мебели. Посмотрите, какая она эластичная. Класс! И благодаря этому размер от 1,5 спального до 260 допустим. То есть растягивается, попроще говоря, да, от 1,5 спального до евроразмера или до трехместного то дивана. То есть даже не важно, какие подлокотники, широкие, узкие, высокие или низкие, наш чехол садится на любой конфигурации мебель. Эластичная ткань и абсолютно идеальное ваше решение. Сберечь новую мебель, либо преобразить старую, если она у вас из разных гарнитуров, привести к общему знаменателю, забирайте прямо сейчас. Делайте свой первый заказ. Звонки все бесплатные, а наши операторы помогут вам максимально выгодно оформить покупку. Это чехол домашний винтаж. Забирайте сейчас из прямого эфира. Знаешь, вот я по поводу ухода хотела у тебя уточнить. Вообще, насколько практична эта ткань? Вот смотри, Олечка, здесь у нас эластановая основа. Материал у нас называется жаккард велюр. Он очень плотный, но при этом мягкий, эластичный. Садится очень хорошо по конфигурации мебели. Но при этом, даже когда он растягивается, нет просветов. А значит, он прочный, качественный, крепкий. И мебель мы надежно защищаем от сухого сора. Я тебе сейчас это покажу. Смотрите, ну что-то просыпали наши детишки. Крошки, печенюшки. Да, крошки, печенюшки. Вот смотрите, вы можете стряхнуть элементарно одним движением руки буквально. А самое главное, что на мебель ничего не проходит, не проникает. А это значит, вы будете защищать вашу новую мебель. А старую превратите в новую с помощью чехлов. И еще это очень модное решение сегодня. Срочно звоните, набирайте наш номер телефона. Это популярное предложение с максимальной скидкой. Все звонки бесплатные. Домашний винтаж – это идеальная красота и защита новой мебели и преображение старой.